фонтан огня. А Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. А Боб вновь распирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Но пуля дура вошла меж глаз, ему на закате дня. Успел сказать он и в этот раз, какое мне дело до всех, до вас? Десять против одного. Новичок. Боится. Прикуси язык. Это не каждому по плечу. Здесь все решает последний дюйм. Перевязал тебя. Крепче. Неужели ты не можешь? Крепче. Я должен сказать тебе, если опять потеряю сознание. Нет. Сначала вытащи меня из акваланга. Душит. Так. Так.
У тебя по ногам все еще течет кровь. Ничего. Бодрее. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Расстели полотенце. Готово. Похоже, что мы собираемся купаться. Теперь тащи к самолету. Постарайся понять, малыш. Тебе придется все делать самому. Так уж получилось. Ладно. Подожди. Что ты на меня так смотришь? Я никогда не мог тебя как следует разглядеть. Ну, давай. Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня. Пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас? А вам до меня трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Ты умрешь. Я бывал и не в таких переделках. Помнишь, как я покалечился в Канаде? Тогда ты был в больнице. Отдохнул? Тащи. Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. Разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Но пуля дура вошла меж глаз, и на закате дня сказать он и в этот раз, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня.
Конечно. Но я умею терпеть. В следующий раз мы захватим дюжину фруктовой воды. И лед тоже. Устал? Кто? Я? Какое мне дело до всех до вас? Простите солдатам последний грех и в памяти не храня. Печальных не ставьте над нами вверх. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Гремит фугас, ударил фонтан огня, а Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня, а Бога вновь разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня? Но пуля дура вошла меж глаз, ему на закате дня. Успел сказать он и в этот раз, какое мне дело до всех, до вас? Как будто ничего не случилось. О чем ты думаешь? Так, о себе. О тебе. Я тоже буду летать, как ты. Thank you.
неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять все до конца. До последнего дюйма. Хорошо, если ты сможешь. Не я, так ты. Плыть ему не лень, но был он слабый, он озяб, мать.